друзья, обзор на офисы WebScore. Сайт WebScore развивается, постоянно что-то добавляется, улучшается. И благодаря тому, что мы приходим на этот сайт дружить, потому что это социальная сеть, делиться своей информацией, потому что здесь есть прекрасный инструмент. Это видеостранички, они бесплатны. И когда вы смотрите сами, и когда смотрят ваши друзья, вы получаете баллы, которые в один из понедельников превращаются в доллары. За просмотр вы можете получить 100 баллов, и их может быть постоянно идти. Можете 50 баллов получить. Нажимая на ладошки, вы можете получить 25 баллов. А если вы нажимаете на круг победителей и далее на ладошку, вы получите по 5 баллов. И нажимаете на плюсик, добавляетесь в друзья. Каждый понедельник те, кто вошли в топ-50, получают денежное вознаграждение в свой кошелек. И первое место – это 1000 долларов. Получить как можно больше баллов, вот этих баллов, которые вот здесь у нас справа, они у нас накапливаются до тех пор, пока мы не выиграем здесь приз. Так вот, недавно ввели очень приятный вид получения баллов – это ладошки. Вот у вас появляется такое окошко появляется у тех, кто в этой сети активно и не закрывает эту сеть. Да? Чем больше вы находитесь в этой сети, на этом сайте, тем чаще у вас будут эти окошки. Эти окошки появляются тогда, когда наши партнеры входят в круг победителей. Вот видите, у нас тут круги победителей. Так вот, мы кликнем на ладошку, вот видите, здесь ладошка, а вот этот плюсик, это добавить в друзья, это тоже очень выгодно. Но нажимаем на ладошку, и вы видите, 25 баллов полетело начисление, да? И вот эта сумма увеличилась на 25 баллов. Вы сейчас будете следить, как это будет расти. У нас появляются баннеры, кликаем на этот баннер, вот у нас круги победителей, первые 50, вот видите номер, 1, 2, 3, и вот так идет, 4, 5, 6, да? Первые 50, которые будут на момент понедельник, 10 утра по Москве, вот эти 50, которые будут здесь, эти партнеры получают денежное вознаграждение. Каждый понедельник в 10 утра идет обновление сайта, и партнеров вот сюда, в этот внутренний кошелек, зачисляются вознаграждения, которые вы можете потом потратить здесь, в любом интернет-магазине. Вы можете прокликать на каждый кружок. Да? Вот нажимаете, и если есть вот такая ладошка, привет, нажмите на нее, и вам дают 5 баллов. Вы видите начисление. Вот это начисление за клики по баннеру. А вот это начисление 25. Это когда всплывающее окошко, да? И вы нажимаете на ладошку. Это начисление вот за 5 уровень 6 поинтов дают. Но у вас к 5 уровню должен быть доступ, да? Обязательно заходите в Share Videos. Создавайте здесь плейлисты и обязательно их просматривайте. Нажимайте на просмотр. Вот. Да, везде, под каждым. Плейлистов можно делать сколько угодно. Нажимайте. И вот здесь вот есть автоматическая ссылка номерная. У нас может быть и текстовая ссылка. И эту ссылочку можно передавать своим друзьям, если вы считаете, что эта информация полезна. Очень скоро у нас появится такая еще возможность, чтобы вернуться в кабинет. Идите по стрелочке назад. Очень скоро нам будут еще давать 10 баллов за каждую копию любого плейлиста. Поэтому плейлисты делайте интересные, такие, которые интересны вашей аудитории, с которой вы работаете, да, с которой вы привыкли работать и которая смотрит ваши плейлисты. И если им интересно, они обязательно скопируют, да? Скопируют, и вы за это получите также вознаграждение. Это тоже будет действовать совсем скоро. В разделе статистики
все партнеры, которые вошли на текущей неделе, да? На текущей неделе. Если вы хотите посмотреть свою первую линию, нажмите вот сюда на слово «виртуал». Это ваша первая линия. Первая линия, да? В правом углу находится профиль, поддержка и выход. Не забывайте правильно выходить из кабинета, да? Сразу после регистрации, после того, как вы подтвердили смс-код, вы сформируете здесь свою ссылочку, реферальный линк. И вот в данном случае видеостарт – это мой ник. Вы напишите здесь свой ник. Ник здесь называется «Display имя», да? То есть вы подберете, чтобы оно не было никем занято. Вскоре уже очень много партнеров, поэтому какие-то традиционные, да, они давным-давно заняты. Поэтому выбирайте уникальные линии. И когда у вас система примет это уникальное имя, вы здесь нажмете на кнопочку, только тогда эта реферальная ссылка будет ваша, вы ее обязательно проверьте. И внизу есть кнопочка «Обязательно сохраните все свои данные». Только после этого у вас появится возможность зарабатывать. Пока вы профиль не заполните, возможности заработать у вас не будет. Вы находитесь в кабинете, что-то делаете, и вдруг появляется вот это счастливое окошечко, да? Нажимайте и получайте 25 баллов. Видите, эта сумма сразу увеличивается на 25 баллов. Когда вы видите здесь огонечек, нажимаете. И видите, вот появилась и здесь ладошка. За нее тоже дадут 25 баллов. Нажимаете. И вот мы кликнули с вами по окошечку и наверху, где колокольчики, нам дали. И когда мы кликаем по окошечку, дали 25 баллов. И когда кликнули, вот где колокольчик, была надпись, тоже дали по 25. И эта сумма увеличилась. Хорошие баллы платят, когда идут просмотры, да, часто и много. Идут просмотры. Когда вы сами смотрите или кто-то смотрит ваши плейлисты, вы получаете за каждые 10 просмотров одного плейлиста вы получаете 50 баллов. И когда в команде кто-то смотрит плейлисты, вы получаете за каждые 100 просмотров 100 баллов, когда смотрят плейлисты партнеров в вашей команде. Поэтому создавать плейлисты очень выгодно. Я сказала, что скоро вам будут платить и за копии плейлистов. Вот заходите на страничку «Шара Видеос». Предупреждаю еще раз, первый плейлист никогда не удаляю. Создаете, редактируете новые, да, их можно создавать сколько угодно. Находите вот такой плюсик, нажимайте. Здесь поставьте на латинице какое-то обозначение. Я обычно его тут же копирую и ставлю сюда вниз. Можете написать разное. А вот сюда важно подобрать какую-то уникальную ссылочку. Вот подбираете слово, чтобы здесь было зеленое, да? С YouTube берете ссылочку и пока плюсики не заполняете и нажимаете «Submit». Вы видите, что у вас здесь стоит дежурный баннер и дежурная картинка, да, от компании. Это надо по желанию заменить. Находим этот последний плейлист и здесь вот edit плейлист вы будете добавлять видео, а edit page – это редактировать страничку, вот когда я вам сказала поменять картинку и баннер. Нажимаем. Из того, что есть, можно картинку, а можно фотографию, а можно загрузить с компьютера, да? Появился такой вот зеленый кружочек с галочкой. И нажимаете баннер. Можете тоже взять из того, что компания предлагает. Можете и свои, да, уже наработанные, которые вы тут загрузили. Или со своего компьютера любой другой. Но я возьму, который есть. Нажимаете «Submit». Нажимаете «Сохранить», и вот перед вами вполне прекрасный плейлист. И прямо здесь вы можете копировать эту ссылочку и отправлять для просмотра в социальные сети и туда, где вы хотите, чтобы вы посмотрели. Своим партнерам, да, в социальные сети, чтобы отправить, нажимаете на вот этот значок. Появляются социальные сети, и там, где вы хотите разместить, нажимаете на этот значок и размещаете. Когда вы хотите добавить видео, да, уже созданный плейлист, вы всегда, я сказала, все
плейлисты можете отредактировать, изменить, дополнить. Нажимаете Edit Playlist, и если вам добавить нужно, нажимаете на плюсик, вставляете ссылку с YouTube и сохраняете. Вот это видео добавилось. Вы можете его передвинуть туда, куда вам нужно, да? Как вы считаете нужно. Очень полезно создавать для своих партнеров вот один плейлист, в котором есть все новые основные обучающие видео, да, чтобы новичку дать такой один плейлист, и он посмотрел на все видео. И ваш новичок посмотрит, вот сюда нажмет и посмотрит одно видео, да. Далее он захочет посмотреть, и внизу вот есть Next, он нажимает. А также он может перейти на YouTube, да, смотреть видео на YouTube. То есть с плейлиста, что еще хорошо, вы всегда можете перейти на YouTube, прямо нажать на значок, перейти на YouTube. И посмотрите, взять там ссылку, да, если вам нужно именно это видео. Next нажали, и вот он смотрит другое видео. Также он его может на YouTube посмотреть или здесь на плейлисте и нажимает Next. Как работать с командой, тоже на YouTube и Next. Как получить код, да, и подтвердить на платформе. То есть вот такой обучающий плейлист, который очень удобен для всех. Как вы понимаете, здесь очень выгодно делать приглашения, и здесь их делать легко, потому что это совершенно бесплатно. И в понедельник получить за вот такие простые действия. А самое главное, вы здесь находите новых друзей, да, и еще плюс к этому получаете денежное вознаграждение, да. Третий уровень вы, конечно, получите тоже, да, а вот седьмой уровень, посмотрите, да, засчитывается вам. То есть то, что они здесь есть, это не значит, что они автоматом попадают вот в эту сумму. Они попадают тогда, когда у вас есть доступ к этому, да, уровню. То есть вот смотрим уровень седьмой. Это вот специалист, седьмой уровень. Берет с 6 по 10 уровень, и у него вот скоро должно быть 25. Вот здесь 25 тысяч есть, гораздо больше. Значит, с этого уровня идут, да, увеличивают эту сумму. Будьте успешны и счастливы!